Ребята, всем привет, добро пожаловать на новую серию дальнобоя. В общем, ребята, встречает меня город Екатеринбург. Еду я сейчас, получается, по Новомосковскому шоссе, еду к Роме Никатовскому. Встану у него на стояночке, так как нас до завтра будут ждать загрузки. Вот, потом, не знаю, покалякаем, в общем, познакомлюсь с Ромой. А Рома у нас, получается, это друг Жени, Джека Дальнобоя. И, в общем, сейчас мы встретимся, покалякаем, что о чем, что к чему. В общем, я думаю, будет нормально. Так, вот что-то я теперь подзапарился. Наверное, мне надо поворачивать направо. Скорее всего. Что-то я подзабыл город, короче, ребята, извиняйте. Давно здесь не был, поэтому и подзабыл. Блин, хоть бы какая падла бы меня пропустила. А у тебя будет разрыв и... Это улица на... Ох, я поблуждаю-то сейчас, ребятушки! Ха-ха-хэх! Потому что я забыл города, я свернул изначально не там. Сейчас теперь буду блуждать. Но тем не менее, ладно, сейчас гляну быстро навигатор, куда мне нахрен вообще ехать. Так, ах, вот она что значит. Так, 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 на Репина мне надо выехать. Ух, ём. Я забыл, мне же на Репина надо будет выехать. Ну ладно, сейчас пойдем на Репина. В общем, и самое что интересное, я вам не снял и не показал то, как я сегодня ремонтировал Мана. Вот. А делал ремонт у меня сегодня был грандиозный на самом-то деле. Я думал, что раньше у меня, ну, бывало там, попахивало соляркой. И я думал, это у меня течет обратка. Но она больше раньше подтекала. Вот. Потом, короче, когда она все что-то капало и капало с движка, и машина как-то странно едет. И я такой думаю, что-то какая-то, значит, тут не так, короче, канитель. В общем, надо разобраться. Вот. Ну и что я сделал? Я взял, сегодня встал на магазин, там у нас, получается, был. Так, 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 так. Ребятки, пропускайте. Был магазин, получается, с запчастей хорошей на ЭКАДе. Там стояночка тоже была. Ну и все, я такой встал на нее и пошел, короче, по всем вот этим вот, как они самые, купил я сначала обратки эти штуцера, потом я их поставил, смотрю, все равно течет. А течет, получается, с трубки высокого давления, топливной, которая к форсунке подходит. И, короче, что делать? Я ее давай, она уже развальцевалась. Ее завальцевать очень сложно в таких условиях спартанских. Вот, поэтому, не знаю, ну можно было. Ну есть магазин, в общем, я пошел, купил за 500 рублей трубку новую. Вот, поставил, надеюсь, будет работать. Старую не стал выкидывать, тоже кинул, как обычно. Я такой вообще человек, я постоянно, короче, старье выкидываю, не выкидываю, оставляю себе, потому что оно бывает иногда пригождается. И как бы такая вот ситуация произошла, все, сделал, и еще по... машина сразу поехала. Прям чувствуется, она стала отвлекаться. До этого она что-то думала там, ну не хватало ей горшка одного, она как бы вроде ехала, но вроде как и не ехала в итоге. То ехала, то не ехала. Короче, мозги парило. А еще что я сделал? У меня зарядка была, ребят, слабоватая. На самом деле была. Со включенными фарами и печкой у меня было 26,6, 26,5.
Я грешил на шоколадку, на щетки, да? Всегда на нее грешил. И тут смотрю, короче, три вида шоколадок. За 300, за 500 и за 800. Я говорю, что нормальное взять? Он говорит, возьми за 300, все берут. Я его как лоханулся, я взял. Или он меня лоханул. В общем, она вообще не работает. Работает, ну, зарядка у нее вообще никакая. Хуже, чем на моей, на старой. Что делать? Пошел опять к нему в магазин. Взял уже за 500, за 800. Все-таки, ну, тем не менее, знаете, жаба тушит. Вот. А охота взять хорошую вещь. Взял за 500. Взял за 500, получается. Что ты мне эти сегодня светофоры-то, ну, никак прям не это... Не хотят, чтобы я на них успевал. Взял за 500, поставил, и серьезно, все, зарядка пошла, 28 вольт. Вот, и когда я включаю фары и печку, у меня сейчас 27. И она ниже не опускается. И, наверное, поэтому у меня сейчас будет зарядка шикардоская. Вот, ну, единственное, я вам не снял, потому что это было... Да, на улице, во-первых, было холодно, во-вторых... Снимать это все в грязной робе, знаете, вот это вот, блин, ну не камильфо, ребят, ну если честно, да, поэтому я не стал, вот. А так хотелось, конечно, заснять, да что-то я опять куда-то переехал, у Серафимы Дерябиной, непонятно вообще, куда теперь я еду, блин, я вообще города забыл, ребят, представляете? Ну ладно, что, сейчас через весь центр нафиг соберу, и будет капец. Так, ребят, вот это у нас МАЗ. Ромин МАЗ. Рома, здорово. Здорово. Друг Жени. Дальнобойщики, блин. Мы, короче, кругом банда, да, нас везде много. Нас везде дофига. Короче, припарковали сейчас вот так вот тут вдоль жилого сектора. Тут стояночка такая вот. МАЗ, МАН. Ну, в общем, остальное увидите дальше. Ребята, всем привет. Сегодня привет. С нами добавился Влад. Это друг Ромы. Да, корефан, короче, его. Мы в ЕКБ сейчас зашли в очень странный магазин. Заблудились, короче, Гринвич называется. Я там пополнил, короче, кредитку. Мы до сих пор ищем груз. Груз мы уже ищем на Москву вместе. Да. Хотим уехать к Женьку. Не знаю, видео это выложится или нет при обработке. Может, что-то вырежется. Но тем не менее, короче, пока ходим тут, делаем свои дела. Наши диспетчера очень добросовестно пытаются нам найти груз. Два груза уже, ну это очень сложно и нереально, потому что здесь просто нету их, этих грузов. Ценники, блин. И ценники, ну прям вообще копеечные. Но мы не отчаиваемся, пытаемся уехать. Сейчас едем уже сами смотреть ватишки, какие грузы. Ну и в общем, как-то так. На чем поедем? На метро или на маршрутке? На маршрутке, метро не ходит, короче. Сейчас сами проводим. Все, на МАЗе будем прокладывать сразу, да? Погоди, мы в метро уходим, ёптать. Да не, мы же выйдем. Да? А, ну ладно. Мы сейчас придем на остановку. Вот, получается, коренные жители Екатеринбурга, ни хрена не знают. Я по встречке пошел. На встречку вышел. Да чё, коренные, блин. Ну не знаю, я Челябинск весь, кстати, знаю. Ну, я не коренной. Я как, я же не коренной. Я не знаю. Вообще, Рома у нас парень вообще с Ростова, на самом деле, да? Так что это, да. Но тем не менее, парни суровые, да? Екатеринбургские, закаленные прям. Ну все, короче, мы идем. Чуть позже мы включимся. А мы, короче, ребят, гуляем до сих пор по ЕКАТу. Ищем почту злополучную. Одну нашли, а там только выдача этих посылок, короче, блядь. Да, нам надо отправить заказное письмо мне.
чтобы произвели там оплату, все дела. Ну, это, короче, другая тема. Вот. Ну, так вот встряли. Но, тем не менее, грузы ищутся. У нас вот уже... Да, работают. Такой у нас район. Октябрьский. Октябрьский район, короче, ребят, кто узнал, кто смотрит нас ИКБ, по-любому узнали, да, Октябрьский район. Вот этих двух людей, наверное, стопудово знаете, да? Ну, короче, мы идем, наверное, скоро уже будем у цели. На улице потеплело. Я с утра не завелся. Рома меня прикурил, потому что я не завелся, короче. У меня аккумуляторы что-то замерзли опять, видимо, на улице. Сколько по ночью? По 20-ку где-то было? Ой, почти по 30. Ну, ощущаемость. А, ну, ощущаемость, да, была по 30-ку. Поэтому я не завелся. А у Ромки Мас завелся вообще без проблем. Да. Вот. Он меня прикурил, я прогрелся. Так что, надеюсь, сегодня доведемся и уже поедем куда-нибудь. Ладно, мы идем, гуляем, короче, ищем. Как говорится, а вы смотрите дальше, да? Да. Короче, ребята, сижу в Мазе, в Ромкином Мазе. Снимаем... Снимаем, да, видос. Короче, снимаем автономку вон ту. Будем ее, короче, чистить, потому что она парит мозги. Мы такие специалисты, сейчас возьмем ее и починим. Вот такой вот, ребята, МАЗ. 2001 года. Вот. Не, на самом деле, аппарат классный. Вот такой, ребята, МАЗ. На челябинских номерах, короче, крутой весь, блатной. Рома ездит на нем. Правда, тут шумновато на дороге. Машины ездят, но... Кузов такой же, как у меня. Колпаки модные, крутые. У меня таких нету. Ворота такие же, как у меня. Вот. Резиночки, тут все, что надо, короче. В общем, сейчас мы снимем автономку и вам покажем, что в ней было, почему она засралась и как ее чистить, наверное, покажем. Вот так, ребята, выглядит у нас отопитель планар, да? Да, планар. 4 киловатта. Вот, сейчас мы его начнем разбирать. Вот так вот. А потом вам покажем, из-за чего. Ну, он скоро, скорее всего, просто забился грязью. И все. Такая, ребята, ситуация. В общем, весь прикол, вот почему она парила мозги. Вот, видите, забились вот эти отверстия воздушные. Она, получается, ей не хватало воздуха. Вот, вот там также сажа. Вот. Посвети фонариком. Вот, сейчас мы вам покажем. Вот, видите. Вот там много сажи, тоже это влияет. Вот. Здесь, вот там внутри, если видно, то там, короче, тоже вот она из этих отверстий не продувалась и поэтому, короче, не работала. Солярка здесь просто не горела, короче. Не было образования смеси, так как воздуха не хватало. Ну и все, мы, в принципе, разобрали. Сейчас мы все это почистим, все соберем, я думаю, будет работать. Так что, кому на заметку, кто еще не знал, Планар 4 киловатта чистится. 4, чистится вот так, ребят. Вот, все просто. Ну, это мы так думаем, конечно. Ну, мы не знаем, но мы уверены в этом. Ну, ладно, мы вам скажем ответ, короче. В общем, короче, мы все почистили. Горелочка у нас почистилась. Правда, у нас, короче, вот этот пятачок, вот, который там в горелке стоит, он выпал. Вот, и, как говорят специалисты, он там не нужен. Вот. В общем, собираем без него. Я думаю, все будет работать, все уже почищено. Ну и результат вам заснимем, короче, покажем. Да. Не, так снова разберем и приделаем эту хрень обратно. В общем, ребят, сегодня уже новый день, нового дня.
Автономку мы вчера Ромину так и не починили, потому что мы ее собрали, поставили, но она так и не заработала. У нее пульт, либо мозги, короче, там постоянно выдают какую-то ошибку. И когда пульт делаешь на полную мощность, сразу же выскакивает ошибка. Вот. Поэтому такая вот, короче, ерундень. Тем не менее, я думаю, Рома разберется сегодня, может, завтра. Груз Рома не нашел, так что есть время ему поразбираться с этой автономочкой, со своей. Ну, а я уже уезжаю на Челябинск. Пермь. Дорога. Не еду на Пермь. В общем, смотрите новое видео. Не пропускайте. А это было видео. Встреча с подписчиками в Якате. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел. Всем удачи и пока.